Так, маленько, нам пора ехать на нашей розовенькой машинке. Нам надо ехать животного покупать, садить в машинку. Так, едем. Где-то там магазин животных. Где-то вот здесь вот. Совершаем. Так, нашу машинку надо заправить немножко. Так, Миша, ты заметил, что у нас даже колеса розовые? Что? Прикольно. О, прикольно, я не замечала. Так, смотри-ка, заходим в магазинчик. О, какие тут животные. Кого ты хочешь? О, котик. Давай котика. Ой. Так, вот давай возьмем котика. Давай возьмем котика. О, на нем можно посидеть. Эй, ну можно я на него сяду? Сейчас я хочу его вывести из этого магазинчика. Где-то на кухне поеду. Хорошо. Так, ты будешь на котике ехать, да? Да. Давай, он здесь будет, котик. Садись в машинку. Давай, завези меня куда-то. Куда мы едем? Блинка, ты не потратил его, чтобы нас арестовали. Быстро слезь. Ты не умеешь ездить, надо по дороге ездить. Так, поехали. А котик что заберет? Ну, за ним, блин, переезжать. Стоп, я вылезу из комнаты. А Малика, где ты? Да, вот он заброшенный город выбрали. Здесь хорошее местечко. Я покушаю, может, пока что чего-то. Пончик, может, скушаю. Вкусный. А где мальчишка? Мальчика, ага, где ты? Мальчику я хочу спать. О, что это за звуки? Ой, что это за звуки такие? А, блин, а что такое? Что творится? Что это за звуки такие? Так что мне звуки не очень нравятся. Марика, где ты? Слышь, какие-то странные звуки. Миш, ты где? Кончилось время. Куда мы ходим? Где ты? Короче, Марика, я тебя буду ждать. Где? Вот в этом Динеро каком-то. Динеро. Ай, не по трассе еду, блин. А! Блин, я... Ой. Что с машиной нашей не так? Наша машина сломалась. О, Миша. А, наша машинка взорвалась. Так, заходи сюда. Как-то странные звуки я по городу слышу. Что? Это такое! Ёлки-палки, это кто такой? Блин, ты видел там кто-то в окне? Маричка, ты видела там кто-то в окне? Это что? Что это такое? И почему он такой большой? Ой, он аж за вон той... Посмотрите, ребята, он аж за вон той вот зеленым заборчиком. Маричка, залез, заходи сюда. Куда? Я, может, телевизор посмотрю. Так, нет, надо убивать. Какой он большой. Ай, мощи, все пофигу. Мика, что это было? Я. А как он здесь оказался? Я не понял. Он же был уже там. Вы помните? Как он? Как он ходит? Страшно. А заходит, как обычное четвероногое существо. Маляха, давай его день 17 будем называть. Давай. Какой он огроменный. Маляха, так, надо что-то делать. Может, сюда забежим? Вот тут кафешка. Давай что-то купим в кафешке. Да, тут уже никого нету. Потому что меня разбудилось сегодня.
коктейльчик я купил. Маленький занесу, может, тебе понравится. Что, что делаю я? Надо же сражаться с монстриком. Маричка, я тебе коктейль принес. Где ты? Вот, я тебе коктейль принес. А, ну не убивай, это я. Посмотри на этого гиганта. Посмотри на него. Почему он такой большой? О, смотрите, когда я взял. Так, надо. Это какое-то сильное оружие, блядь. Ума, что такое-то. Только стреляй в него. Так, целимся. Так, Маликан, где котик? На дворе. Я еду отсюда. Вы тут что хотите, то и делайте, но я еду отсюда. А меня что будет спасать? Иди убивай его оттуда. Хорошо, стреляй в него. Так, ребят, я пока что еду. Малика, я думаю, там много раз справилась с ним. О, мотык. О, мотык, я на мотыке поеду. Мотык. Котик, извини, но я придется тебя здесь оставить. Посмотрите, какой это день 17-й огромный. Так что я иду. Блин, время кончилось. Я еду к тебе. А! А! Где? Блин, бежим! Бежим сюда! Сюда! Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? Что я наделал? А! Бежим! Так, этот день 17 куда-то пропал. Так, я. Марика, скажи, он пропал куда-то. Куда он пропал? А что ты тут за отель такой интересненький? Маричка! Маричка, вон ты где, я иду к тебе. Ты видела этого монстра гигантского? Ты у меня тоже вот такой. Меня день 17 раздавил. Меня день 17 раздавил. Блин, а. Посмотрите. Он исчез, он исчез, он исчез. Так, на телевизор. Что я не потянула свои электричество платить. Почему мне как отель выкинула? Ладно. Тогда я сам его выпью. Очень вкусно. Так, надо какое-то сильное оружие взять. Маричка, привет! Так, я еду, я еду, я еду. Маричка! Извини меня. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. На дискотеку, что тут такое? Странно, я тут никогда не был. О, тик. Так, надо как-то с этим днем 17. Так, уходим, 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 уходим. Майк, извини, что я тебя не убил чуть. А что ты мне коктейльчик выкинула? Который я тебе подарил. Я его сам выпил. Марика, блин, надо его убивать. Надо с ним как-то расправиться. Кстати, уже почти этого прикинулся, вывели из этого, из... Так, я нашла такую машинку. Марика, этого прикинулся уже вывели из нашего городка, так что мы туда уедем, хорошо? Я купила нам новую машину. Марика, хорошо? Хорошо. Так, надо взять какое-то сильное оружие. Миша, я купила нам новую машину. Так, все, пофиг, я еду. Я еду. Мама, я есть хочу. Не важно, что там происходит, мне надо ехать. Потому что ты меня разбудила сегодня. Вспомнил свой Мерседес. Куда ты, Мерседес? Маричка, едем отсюда. Пора нам ехать из этого города злобанного. Хоть мы и не убили этого Брэкинюса. Надо ехать из этого города. Едем, давай. Едь за мной, едем, едем отсюда, едем, едем, едем. Так, ну вот я. Я вот уже приехал в свое село, сейчас мне надо ехать сюда. Наконец-то этот блекинюк ушел. О, Марика там уже ждет меня. Паркуемся. Да, Марика, вот это было приключение, скажи. Этот брекинюк. Я просто не знаю, откуда он вообще взялся. Может, телевизор посмотрим? Что ты хочешь посмотреть по телевизору? Что ты хочешь по телевизору посмотреть?
Марик, что? Маша и медведь. Маша и медведь. Ладно, Марик, ну давай уже не будем, давай уже посмотрим. Ну ладно, ребят, вы были на канале Жестин и Миша, мы вот мы вернулись в наше село, тут уже вывели Брекинюса. Мы, конечно, не убили день 17-го, но этот город и так заброшенный, поэтому если он его разрушит, то ничего не будет. Мы были на канале Жестин и Миша, всем пока!